выпустил наш первый номер. Августин Казанчук выпал, сделал 10 потерь. Я думаю, было больше, но 10 потерь за игру. Из них 6 припало на вторую четверть. Та, которая как бы мы провалили окончательно или основательно. Вот. К сожалению, пока у нас, кроме наших двух больших, результат никто не показывает. Двух основных больших, это Сокура и Дидирана. Результат в нападении никто не показывает. Пытался поставить зонную защиту, в центре которой поставил Стас Алексейчика с ростом 2.15. Он так ни разу никого не накрыл, как бы нападение ничего не показал. То есть я просил ребят играть от защиты. В первую очередь постараться справиться в защите, если мы отобьемся, убежать в нападение. Ну, может быть, сыграла злую шутку та победа над Одессой.